Би-52, вооруженный гиперзвуковой ракетой, появился на Гуаме. Публичное появление боевой AGM-183A на Гуаме поднимает вопросы о ранее заявленных планах ВВС отказаться от этой ракеты. ВВС США опубликовали фотографии боевой гиперзвуковой ракеты AGM-183 Air Launched Rapid Response Weapon, или ARRW, под крылом бомбардировщика B-52H во время учений на базе ВВС Андерсон на Гуаме. Эта публичная демонстрация ARRW на стратегической базе в Тихом океане происходит несмотря на то, что ВВС объявили о своем намерении свернуть программу в прошлом году. Фотографии боевого AGM-183A были опубликованы вместе с кратким новостным сообщением ВВС о том, что было описано как тренинг по ознакомлению с гиперзвуковым оружием 27 февраля 2024 года. На одном из снимков также виден серийный номер ракеты RAUR-005. В ознакомительных учениях на Гуаме приняли участие экипажи B-52 из 23-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи на базе ВВС Майнет в Северной Дакоте и 49-й испытательно-оценочной эскадрильи на базе ВВС Барксдейл в Луизиане. Почему именно ARRW и к тому же боевой снаряд притащили на Гуам для этой тренировки, неясно. В настоящее время нет никаких признаков того, что ВВС намерены провести испытания ARRW с боевой стрельбой с Гуама, но это возможно. Такое испытание стало бы демонстрацией силы в Тихоокеанском регионе, которая подала бы сигнал потенциальным противникам, а также союзникам и партнерам.